Пошло дело? Перископ, выходи! Перископ, выходи! Вещай. Что вещать-то? Всем привет! Мы тут находимся, значит, на нашей замечательной базе. 30 хгс. Ну ты, база, хватит гримасничать. Да, мы, наверное, отсюда первый раз репортаж ведем. Да. Нет, был. А, был. Да? Мы выкладывали песни какие-то. Не первый раз мы ведем отсюда репортаж. Мы всех очень рады видеть, всех слушателей. Мы их не видим. Да. Мы вас рады не видеть всех. Для того, чтобы видеть всех этих радиослушателей, надо помазать приемничек зеленкой. Переднюю панель. Ну, да. Вот, мы, значит, собрались сегодня для того, чтобы отрепетировать программу к Folk Summer Fest'у. Атмосфера у нас сегодня довольно-таки веселая. Вот, все очень много лажают, потому что дико душно. Вот, мозги кипят, вот, кондиционер, не знаю, работает или не работает. Работает, работает. Почему, что, наверное, не работает. Не, работает, вот здесь работает рука. Вот. Значит, самая основная новость, это такая новость, что сегодня, по ходу дела, мы запустили в производство наш новый альбом «Хрустальная сторона». Вот, по крайней мере, запустили полиграфическую ее часть. Вот, мы дико рады этому событию, потому что это вот действительно натурально событие для всех нас, потому что мы с альбомом... Ура! 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 Скажите ура! Ура! Им по барабану, они там с примочками занимаются. Вот, действительно, прошел очень большой период до этого козырного, до этого момента значимого для всех нас. Работу мы начали над альбомом в прошлом году. Вот, на самом деле, работа была, конечно, начата еще очень-очень давно. То есть это 3 года, наверное, назад первые песни для этого альбома были написаны. И вот поэтому представляете себе, что сейчас испытывают все участники коллектива, потому что после такого длительного, так сказать, рабочего периода наконец-таки замаячил финал всего этого действия замечательного. Вот. Мы очень надеемся, что альбом будет отпечатан в ближайшие сроки. Вот. Но мы все равно вам его пока не отдадим. Потому что у вас документов нету! Нет, на самом деле, ребят, будем, конечно же, ждать презентации, и первые продажи будут однозначно на презентации проходить. Вот. И я думаю, что все-таки, наверное, первые экземпляры альбома мы разыграем. Сегодня нам подтвердили дату радиопрезентации. 5 сентября мы будем презентовать наш новый альбом «Хрустальная сторона» на радио «Эхо Москвы». Пока эта информация еще официально не подтверждена, но мы получили добро уже сегодня, так что... Для перископа можно уже открыть тайну, что 5 сентября на радио «Эхо Москвы» в программе «Хранители снов» мы будем презентовать наш новый альбом прямо перед концертом в Рок-хаусе 10 числа. Вот. И будем обязательно устраивать конкурс, на котором уже разыграем, наверное, я думаю, первые экземпляры нашего нового альбома для победителей в конкурсе, кто ответит правильно на какие-то вопросы, которые мы придумаем. Вот Николай будет придумывать вопросы, наверное. Вот. Чё? Чё? Вы первый вопрос! Потом расскажем. Первый вопрос, чё? Вот. На самом деле, ребят, новостей очень много, вот, все очень хорошо, здорово складывается, мы все бодры, веселы, как говорится. Вот. Да что же это такое-то, а? Блин! Бодры, надо говорить, бодрее! Да, а веселы, веселее. Вот. Ну, это нормально, репетиционный процесс. Сейчас мы немножечко помузицируем, ты куда-нибудь телефон там оставь. Помузицируем немножко, может быть, если качество звука позволит, вы что-нибудь услышите, интересно. А как? Куда? Камень бересты. А вот сюда какой-нибудь поставь, чтобы видать было. Ну, а меня не будет видать. Тебя будет видать.
Садись, парень, сейчас поставлю так, чтобы видать было. Давай, сейчас мы... Только надо что-нибудь под... подложку какую-нибудь Сольный выход Барича сегодня. Перископ. Ну правильно, перископ, перископ у него. Вот Барич, короче, сейчас и будет солировать. А мы все пойдем покурим. А я тоже. Давай, да. Не, ну а что, мы играем и репетируем, все. Давайте, память бересты. Услышу памяти измученные слова.
вырубай. Ничего вырубать-то, зачем? Хватит вырубать? С вас, например, тащил. Не-не. Там кто-нибудь есть вообще? Так, дядь Коля, а вот так показывает она, да? Только она так вот выше показывает. Она, ну, я не знаю, посмотри. Специальную штуку туда подложить. А, танцуют все!